Лучшего каменщика Ямала выберут в ноябрьске. Конкурс профмастерства «Славим человека труда» пройдет в городе с 24 по 25 июля. Первый день участники будут сдавать теоретический экзамен, а 25 числа покажут свое мастерство на реальном строительном объекте. Будут возводить стены детской школы искусств. Здание строится в новом микрорайоне и рассчитано на 350 мест. Лучший каменщик получит 70 тысяч рублей. За второе место предусмотрена награда в 50 тысяч, за третье – 30. Конкурс профмастерства проводится, начиная с 2012 года. Последний раз победу одерживали ноябрьские строители.